Когда бой будет? Бой? Боев не будет. Как это? Я готов организовать. Да, с Хаптамаем? Да. Там Антишнапс уже говорил, что он будет выходить и табличку с раундами, типа, выносить в бикини. Это слишком крутое предложение, мне кажется. От этого нельзя отказываться, да. Будете сражаться на ножах. А у дронов вы обязательно с собой. Не, ну это какое-то безумие. Это безумие. Ну мы все понимаем, что это так, что ходим как любой. Да, да, ты прав. Мы все правы. Мы все твои подсосы. Да, вы мои псы, ё-моё. И телепят книги тоже. Все, мы готовы идти в бой. Устроим забив подписчиков. Ну ладно, давай. Давай, давай. Не, пацаны, прикиньте, то есть сама ситуация. То есть какой кипиш навелся из-за просто из-за пачки мемов, блять, из-за пачки картинок. Не, пацаны, прикиньте, то есть сама. Это жестко. Может, в Майнкрафте сразимся против них? На скайп-блоке. Давай. Нет. О, а у дрона, все слушаем, господина. Нет. Из-за пачки мемов, блядь, из-за пачки картин. А у дрона выключи стрим у себя, тебе задержка. Ахмед, слышишь, там, как бы ты не понимаешь, он, ну, Ирвис. Сейчас, тихо. А разве ты не догоняешь? А разве ты не догоняешь, Вульф прогнулся под Ирбиса, потому что он авторитетный ванмейкер и недавно давал Вульфу эксклюзивы. А что можешь делать? Я не считаю, что кто-то под кого-то прогнулся, я считаю, что это просто лицемерие полное. Я Ирбис не любит аниме, он за... Мега-ГЦ. Я его нахуй выгнал, блядь.